несколько месяцев мы рассказывали вам о баталиях, которые развернулись в американской предвыборной гонке, но только с сегодняшнего дня по факту мы можем говорить, что определились главные претенденты на пост президента США. Хиллари Клинтон сказала сегодня «да» на предложение демократов, таким образом стала уже официально кандидатом. Это не только важный промежуточный итог в нынешней предвыборной кампании, но это наверняка войдет в учебники истории США, потому что впервые за пост главы государства поборется женщина. Итак, в Филадельфии завершился четырехдневный съезд демократов, хотя еще до его начала было известно, что Берни Сандерс снимет свою кандидатуру в пользу Клинтон. Многие собравшиеся не скрывали слез, кто-то был рад за Хиллари, кто-то сожалел о Берни. Вместе с теперь уже официальным кандидатом на сцену вышла вся семья Клинтон. Ну, весь мир прекрасно знает об этой семье. Вышли также соратники Клинтон по партии. В своей речи бывшая первая леди, бывшая госсекретарь США пообещала, что будет бороться за права всех американцев, в первую очередь женщин. Я буду президентом для демократов, республиканцев и тех, кто не состоит в партии. Для тех, кто голосовал за меня и для тех, кто был против. Сегодня важное событие для всей страны. Одна из главных партий выставила женщину в качестве кандидата в президенты. Давайте идти дальше, пока каждая из 161 миллиона американских женщин не реализует свои возможности. Напомню, что на прошлой неделе на съезде республиканской партии свое согласие стать кандидатом дал Дональд Трамп. Выборы президента США состоятся 8 ноября. And we will fix. Ну а накануне вот на съезде демократов выступал Барак Обама. Мы показывали вам это. Он закончил свою речь в поддержку Клинтон, после чего на сцену вышла сама Хиллари. Они заключили друг друга в нежные объятия. Вот этот трепетный момент, он буквально взорвал социальные сети. И тут за дело взялись фотошоперы. Вот что они творились, не передать словами. Давайте еще раз посмотрим эти слайды. Итак, тут и воплощение американской мечты. Вот парочка на зеленой лужайке своего дома. А вот тут среди толпы танцующих людей не сразу найдешь этих голубков. Вот они в правой части снимка, отрешенные в своем счастье. На следующем снимке, но чуть больше политики, к их страсти присоединились ба, знакомые все лица. Ну и дальше Хиллари мать и Хиллари дочь. Следующий снимок, по всей видимости, должен отразить вот он похожесть этих двух. Ну, а вот сейчас на ваших экранах, вот он, пожалуйста, овальный кабинет. Кто тут хозяин? Поди разберись, но счастливо. Ну и, конечно же, Титаник, куда без него. Смотритесь, кто там стоит на носу корабля, который уйдет на дно океана. Пользователи живо отреагировали на эти соревнования фотошоперов и пришли к дружному выводу. Битва не носила политического характера. В результате получилось то, что и так очевидно. Два пожилых человека просто рады обняться друг с другом.